или тарелка метания. Я только хотела навести порядок. Шумит среди ночи. Разве это порядок? Не мог подождать до утра. Все равно это странно. Глупые шутки. Ты зачем из-под меня стул выдергиваешь? Я выдергиваю. Я не выдергиваю. И я не выдергиваю. А кто ж выдергивает? Сам он что ли выскакивает? Я не выдергивал. Не выдергивал я. Странно. Вот что я предлагаю сейчас. Мы тебя освободим. Но пока ты на деле не докажешь, что исправился, никто, ты понимаешь, никто во всем лесу с тобой здороваться не будет, будто ты совсем чужой, будто никто языка твоего не понимает. Согласен? Согласен, согласен! Да разве ж это наказание? Вот и погляди. Братья, раз, два, взяли! Пора, братцы, домой. Песню запевай. Мы гномы, дружная семья, мы не разли вода. У каждого из нас своя седая борода, свое лицо, своя спина и свой цветной колпак. Но песенка на всех одна, и в ней поется так. Мы гномы! Весны время настает! Ура! Ура! Тогда чего же мы ждем?
детская жуткая, бабусенька и гусенька вас двоих накажут. Да, она нас уже полюбила, золото показала. А мы ей сейчас песенки попоем, до дурака и оставим. Она же добрая, если вы ее так обидите, она зло творить начнет. Да пусть хоть на весь мир разлится с такой физиономией. Ей извините за выражение, только людей пугает. Дети любят сказки, и с детства встречи с ними ждут. В них волшебство, добро и ласка, в мир радости они зовут. Но самая главная наша задача, чтобы дети весело провели новогодние праздники. Ну что ж, курсант, теорию вы знаете неплохо. Ваше Величество, у вас будут вопросы к курсанту? Но у меня уже в глазах и бит от этих белых богов. Неужели без них как нельзя? Я устала, я хочу танцевать. Ваше Величество, могло бы какое печаль на традиции, общественное мнение? Ох уж мне эти традиции. Что это? Курсант королевской гвардейской школы бурно подобный. Однако, господа, я не понимаю. Видите ли, ваше величество, это курсант веренный мне школы. Но дело в том, что он несколько не вышел ростом, так сказать. Еще в школе было заметно его физическое отставание от однокурсников. Эй, любезный! Дайте-ка нам еще разочек свой балкончик. Не дам, и подарки не дам, потому что вам все равно. Вам лишь бы дыда, лишь бы дыда. А меня по всем предметам одни пятерки были. И по хороводам, и по играм, и по бенгальским огням. Только морозить плохо могу, а так все пятерки. А вам лишь бы дыда, а там, между прочим, дети ждут. Они празднуют подарков, а вам лишь бы дыда, а я сам умею, я вам докажу! Только что разведка доложила мне, что Дед Мороз уже на подходе и движется из района А, Б, В в район Г, Д, Е. Туда он может попасть двумя путями, либо через Кордон и КЛЭ, либо через квадрат МНО. Ваша задача – перекрыть тропу через квадрат МНО, придумать хитрую козню, чтобы заманить старика в ловушку. Эй, где? Где подарки твои? Чего? Говори, не то утопим, отвечай. Чего? Thank you.
Виктор!